Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что нужно провести международное расследование инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии. По его словам, действия режима Лукашенко создали риск для безопасности пассажиров и членов экипажа. По словам дипломата, данная ситуация будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 24-25 мая в Брюсселе. Конфедерация обдумает последствия этих действий, включая возможные санкции. Напомним, ирландский пассажирский самолет летел из Афин в Вильнюс. Белорусские власти вынудили воздушное судно приземлиться в Минске. Далее был арестован один из противников Лукашенко Роман Протасевич, который находился на борту самолета.